Всем привет! Задание зрителей в Hill Climb Racing 2, друзья мои. Ну что, начинаем сразу. BS&HCR2. Так, привет, фан. Пройди челлендж в шахте, машина, монстр, драги, дали форсаж, гуди. Так, переходим. Так, в шахту. В шахту. Так, ребята, переходим в шахты. Окей. Тачка Monster Truck, говоришь, да? Блин, по шахте на Monster Truck какое-то безумие просто. Он огромный, ребята. Но надо будет ехать очень аккуратно. Так, Monster Truck, есть форсаж крутилка-леталки. Так, крутилочка, серьезно? Форсажик и леталки, леталочки. Так, форсаж, крутилка, леталки. Хорошо. Прокачка 15, 15, 1, 10. 15, 15. Так, 15. 15. 1. Да ну. Сцепление вообще на минимум. И подвеска на десятку. Будет скакать. И вообще, ребята, будет, короче, на месте буксовать стоять, похоже. 15, 15, 1, 10. Верно? Да, 3 километра. 3 попытки удачи. Ну, насчет трех попыток, конечно, ты, наверное, погорячился, потому что я даже не знаю, сомнительный план, на самом деле, еще и с форсажем, еще и леталочки, значит, на кой черт, ребят, и крутилочка к тому же, ой, блин, батарея скоро разрез, блин, заряд надо подключать срочно, ой, хорошо, у меня зарядка рядом здесь, щелк, все, все нормально, зарядка идет, ребят, ну что, поехали. Попытка номер один. Попыточка номер один. 3 километра, казалось бы, всего лишь, но на самом деле на шахте 3 километра. В шахте 3 километра проехать. Да, блинский. Это подвиг. Еще и на монстр траке с такими деталями. Прокачка, можно сказать. Основной параметр сцепление. Блин, сцепление, сцепление. Еще что там у нас? Последняя подвеска еще, да? Ну, в принципе. Блин, ну короче, ладно, ребят. Интересное задание. Давайте посмотрим, смогу я доехать или нет. По крайней мере, с первой попытки. Смогу я это сделать или нет. Все, погнали. Так, минус один. Минус один, минус один. Блин, так глупо получилось, ребят, на самом деле. Так, попытка номер два, погнали. Черт возьми, какого леша в этом месте он обязательно башкой бьется, я что-то не понимаю. Что я делаю не так? Попытка номер три. Похоже, это конец. Да, ребят. Немножко не доехали до топлива. В итоге, что у нас? 2300 до 3000 не дотянули. Да, ребят. И три попытки потратили, соответственно. Так, хорошо. Ну, переходим ко второму заданию от DSV Test. Периодически попадает, ребята, в наши ролики. Его задание. По-моему, если я не ошибаюсь.
привет. Задание 2777 метров на новой тачке ККМ. Так, с прокачкой 5-5-5-5. Без деталей в лесу, 3 попытки. Так. Лес. Тачка ККМ. ККМ. КК. Без деталей. Так, ребят. Без деталей. Прокачка 5-5-5-5. Все характеристики на 5 уровень. 2777 метров в лесу. Интересно. Так, на 5. Так, готово. Так, ребят, готово. ККМ, лес. С прокачкой без деталей в лесу, 3 попытки. 2777. Ну, ладно, давайте смотрим. 3 попытки у нас есть. Первая попытка пошла. Все, погнали. Ребят, в принципе, я думаю, это задание мы выполним. Если под самый конец, конечно, у нас не будет что-нибудь прям, как, блин, я даже не знаю, что там, какой сюрприз должен быть прям конкретный, какой-то подвох, если может быть на рубеже 2700 будет, ребят, но сомневаюсь. 2777 метров, да? 2777 метров. Все, ребят. Дело в шляпе. О! О май гад. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Да, там мог быть, конечно, подвох, ребята. Так, ну, короче, задание выполнено. Давайте переворачиваемся и на этом. С этим заданием все. Переходим к третьему заданию. Так, 2777, уточняем. Есть прокачка 5-5-5-5. Без деталей. Ладно, все, ребят, задание выполнено, окей. Ну что, последнее на сегодня задание. Качарин Евгений. Привет, попфан, попробуй побить мой рекорд. Тангара, все прокачки на минимум, без деталей. 245 метров, 3 попытки, удачи. Так, гора. Вот это я понимаю задание, да? Без всего, короче, ничего лишнего. Так, танк берем. На танке, кстати, заданий давненько у нас не было. Так, четвертый слотик специально освобождаем. Так, скин, наверное, оставим. Давайте моего легендарного скелетика, что-то я не вижу. Не мой легендарный скелетик с пылающей башкой. Так, торс от обычного скелетика. А, подождите, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это убираем шлем. Подожди, а шлем? О, вот так даже. Ну давайте, кстати, робота оставим на танке. Ха, прикольно. Так. Прокачка у нас тангара, все прокачки на минимум. Ё-моё, без деталей. Ё-моё, ребята, у нас проблемы. Ну, 245 метров. Это можно сказать, что вы, допустим, только что купили танк. И у вас он стоит в огороде. Ха. Шутка. Только что купили танк и, соответственно, на нем начинаете ехать по горе. Так, детали. Детали мы убрали, да? Детали убрали, да, пустой слотик, ребят. Прокачка минимальная, все на минимум. И 245 метров рекордик у чувачка. Надо попробовать побить, ребят. Вот это задание, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. 245 метров. И нам нужно разогнаться, чтобы заехать на гору, что ли. Давай, давай, дружище. Давай, 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 давай. В чем подвох? В чем подвох, в каком месте он там?
ковырялся очень долго, похоже, что решил мне за это задание кинуть. 245 метров. Новый пилот. Ох, ребятушки. Блин, подожди. Спасибо. Так. Приехали, да? Приехали, да? Вот здесь надо разогнаться просто. Оп. Вот так. Оп. Оп. Ой-ой-ой, блин, стой. Блин, все, топлива нет. Так, определенная тактика нужна. Попытка номер два. Попытка номер два, ребята. Попыточка номер два. 245 метров. Нам надо всего лишь... Нам хотя бы 246 метров надо проехать, чтобы быть наравне с ним. А по-хорошему надо 246 метров сделать. Но я так полагаю, он там мучился, ковырялся. О! Что за дела? Что за прикол? А что, у нас все, топлива не будет больше? Это я вот лошпиндорился, конечно, здесь. Так, ребят, получается, он ковырялся там. А, нет, топливо есть еще там впереди. Это хорошо. Так, ребят, он, получается, там ковырялся очень долго. Блин, а как? Ты вообще... Чем думал, когда давал такое задание? Это ж невозможно. Тут тупо физически нереально туда запрыгнуть на 245 метров. Это как ты так сделал-то? Давай! Блин, ребят, 241 максимально. И все, он просто морду задирает. Я ничего не могу сделать. Ну ладно, последняя, третья попытка. Последняя, третья попытка. Блин, нам не хватает чего-то. А, слушайте, может, скин надо было поменять? Может, танк надо было реально скин поменять? Может быть, что-то изменилось бы? Но я не думаю, что скин здесь роль какую-то сыграет. Хотя, с чем черт не шутит, как говорится, ребят. Ладно, сейчас, если не получится, то мы с вами попробуем поменять скин танку. Да, краску другую возьмем. Сейчас вообще 239 метров. Серьезно, что ли? Надо, короче, дуло нам подлинчить, чтобы прям оно нам засчитало. Ой, 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 какой ужас, блин. Так, давайте поменяем скин. Все, короче, мы это задание не выполнили. Сейчас тупо у нас уже эксперимент пошел. Экспериментик. Так, трава, трава, трава зеленая. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. А кстати, сейчас, если мы нажимаем выход, у нас, как и раньше, половина нашего робота выпрыгнет, да, из кабины. Или нет, тоже надо будет проверить. Ребят, раньше, по крайней мере, был такой прикол, что в танке сидит пол чувачка. Кто не в курсе, теперь вы в курсе. Но я не думаю, что там что-то изменилось. 243, черт, а. Ребят, ну не знаю, связано это с краской или нет. Ну давайте, чтобы для подтверждения, чтобы удостовериться, что скин нам помог проехать еще плюс 2 метра. Ребят, давайте попробуем. Но может это просто совпадение. Это может быть совпадение. Просто хотя, что-то мне кажется, морду не так сильно задирает уже с этой краской. Ня. Ничего не изменилось, ничего не изменилось, ничего не поменялось, ничего. Оть. Ну давай, блинский. Нет, ребят, бесполезно. Что-то я не могу, короче. Ну и давайте заключительный у нас, так, выход. Уии. Так. Ну, в принципе, все осталось по-старому. Что? Рука у нас снаружи оказалась. Видели трактор? Трактор, блин. Танк его переехал, и рука у него снаружи оказалась. Само туловище за гусеницами. Так. Ну-ка, смотрите внимательно. Сейчас руку переедет.
Нет, нет, на этот раз все было нормально. Что-то я вообще, блин, не понимаю. Что происходит вообще, а? Ну-ка еще раз. А сейчас вот за роликами рука была, кстати. Ладно, ребят, ладно, все на этом. Ну что, все, задания вот такие были. Оставляйте свои задания, не более 3000 метров, не более 3 попыток. Сами знаете, да? Так, ну и в принципе все. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.